Так, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о коже, о применении наших биологических активных добавок в дерматологии. И, ну, как всегда, где сейчас потихоньку народ соберется. Угу. Единственное, что попрошу кого-нибудь как-то отписаться, все ли слышно, все ли видно хорошо. Может быть, громко, тихо, я отрегулирую тогда. Угу. Отрегулирую микрофоны. Угу. Хорошо. Ну что, давайте тогда начинать. Я думаю, кто хотел, тот пришел. Пока у нас, конечно, участников немного, но я думаю, тот, кто захочет в дальнейшем, всегда сможет посмотреть это сообщение в записи. Хотя, ну, подобных, скажем так, лекций на самом деле проводил достаточно много в рамках вебинаров впервые. Сразу хочу сказать, что кожа, ну, скажем так, это тема, которой я занимался давно, и моя диссертация в свое время, которую я защитил больше 15 лет назад, как раз была фундаментальная работа в отношении физиологии и морфологии кожи при псориазе тяжелых формах и при определенных видах лечения этого заболевания. Но про псориаз сегодня я бы не хотел, потому что, ну, тема на самом деле такая очень объемная. Сегодня мы в основном большую часть времени, конечно же, уделим, как всегда, анатомофизиологическим особенностям системы, о которой мы будем говорить. Да, опять же, мы неоднократно говорили, это особенность, ну, всех, в частности, моих лекций, то, что мы всегда начинаем и, скажем так, базируемся в своих знаниях, в первую очередь мы базируемся на анатомии, физиологии, то есть на норме. И не зная нормы, в общем-то, бессмысленно заниматься в дальнейшем пониманием нутрициологии, можно лишь, всего лишь, ну, скорее, воспользоваться чьими-то рекомендациями, ну, кому-то помогло, и, наверное, мне тоже поможет. Я немножко другого плана, скажем так, другого понимания этого процесса. Я скорее склонен к тому, чтобы человек, который пьет нашу продукцию, все-таки хотя бы в общих чертах представлял себе место приложения сил, которое находится в этом продукте, и почему в этой последовательности конкретно, не только для того, чтобы увеличить собственную результативность этого процесса, потому что, ну, с моей личной точки зрения очень важно понимать, что ты делаешь, когда ты работаешь со здоровьем. Не просто полагаясь на чьи-то, возможно, результаты, это, безусловно, важно, классно, это должно быть, безусловно, это может быть мотивом для начала, но процесс здоровья – это всегда процесс тернистый и долгий, и для того, чтобы его, ну, чтобы, скажем так, его этот процесс реализовать до ощутимого, стабильного результата, для этого необходимо, ну, достаточно большое количество времени, и на одних эмоциях, как правило, это не удается сделать. Поэтому мне кажется очень важным понимать, что происходит с человеком, с вами лично, например, если вы этим занимаетесь своим здоровьем, в данном случае мы будем говорить еще раз о коже, очень важно понимать. И, соответственно, давайте начнем с самого начала. Строение.
Давайте начнем с этого. Вот это реальная фотография. Вот совершенно реальная фотография кожи. Ну, в данном случае тонкого участка кожи. Сразу, ну, если говорить о макростроении. Сначала начнем с этого. С точки зрения макростроения, ну и вообще такого органа, как кожа, это, ну, в анатомии считается отдельным органом. И, кстати говоря, с точки зрения массы, это самый большой орган человека. Самый большой. Соответственно, кожа является и отражением всего здоровья человека. То есть, на самом деле, по коже можно достаточно легко сказать, ну, чаще всего, да, что у человека, ну, что-то не так. Не только что-то, да, то есть, ну, и можно, в общем, довольно неплохо, на самом деле, понять, что конкретно, в какой системе. И мы, ну, скажем так, на уровне базовом фактически приучены отслеживать здоровье каждого человека по состоянию кожи. Вот человек отдохнул, ехал откуда-то, допустим, никто не знал, что он где-то был, где-то отдыхал. Он приходит на работу, в свой коллектив, и тут такой, ты отдохнувший, а где был? Хотя он ничего не говорил. Или наоборот, более такой стрёмный механизм, когда человек там где-то был, какой-то у него тяжелый период, вечер там, выяснение отношений, бессонная ночь, он приходит домой, на работу на следующий день, например, или там, просто какой-то привычный коллектив, и его спрашивают, а что произошло? Ты как-то выглядишь не так, у тебя как-то вот уставший и так далее. Да? То есть это в том числе такие состояния, ну, то есть такой внешний вид показывает, ну, то есть наше внутреннее состояние показывает в том числе и кожу, безусловно. Именно потому, что это крупный орган, на самом деле самый крупный и визуально осознаваемый абсолютно четко. Собственно говоря, поэтому в мире на сегодняшний день бизнес, связанный с, скажем так, бизнес, связанный с маскировками проблем кожи, волос и ногтей, то есть придатков кожи, ну, это бизнес просто глобальный. Просто глобальный. Да? То есть на самом деле ну, скомпенсировать дефицит здоровья, да, то есть, который отражается на коже, ну, вот этим бизнесом занимается громадное количество компаний, да, то есть, в общем-то, успешно и много лет. И скажем так, ну, безусловно, очень важно, чтобы декоративная, допустим, косметика ну, могла подчеркнуть красоту кожи женщины, например, да. Но хотелось бы, да, чтобы, кроме подчеркнуть, ничего больше делать не стоило, да, замазывать какие-то синяки, прыщи, там, ну, то, о чем мы сегодня будем говорить, мы, безусловно, будем говорить в том числе и об этих проблемах. Вот. Кожа состоит из трех основных слоев. Первый слой это, собственно говоря, эпителий кожный, да, то есть вот он располагается вот. Сейчас я покажу. Я надеюсь, так видно. Да, то есть вот граница эпидермиса, видите, она не совсем, ну, совсем неровная, да, граница эпидермиса. Самый поверхностный слой, вот, который очень сильно окрашен. Это роговой слой, то есть это слой, собственно говоря, уже, ну, клеток, не имеющих жизнеспособности, это уже роговые чешуйки. Процесс роговения шел весь период от базального слоя до верхнего. Процесс крайне сложный и процесс очень, ну, скажем так, достаточно затратный. Для производства эпидермиса требуются достаточно большие ресурсы. Это эпидермис, как и все эпители, собственно говоря, это всегда орган очень, ну, как бы насыщенный, быстро делящимися клетками. Делятся клетки на базальном слое, то есть на внутреннем, если смотреть от наружу, как бы, да, с наружной среды, то есть вот здесь базальные клетки делятся постоянно и выталкивают уже ранее поделившиеся клетки наружу. В процессе выталкивания они продвигаются. Процесс, который называется кератинизация, то есть, собственно говоря, превращение в роговую чешуйку. Вот. Они очень жестко сцеплены между собой, эти самые роговые чешуйки, очень прочные, да, то есть при своей, каждая клетка при своей небольшом, ну, массе и размером, да, то есть имеет очень мощную способность сопротивляться давлению снаружи. Вот. Плюс, ну, я немножко расскажу потом о железах кожи, да, потому что роговые чешуйки без желез кожи, по сути дела, это барьер очень условный, потому что он не сможет выполнять барьерную функцию.
Эпидермис, то есть, собственно, базальный слой эпидермиса располагается на структуре, которая называется базальная мембрана. Очень важно, чтобы базальная мембрана всегда сохраняла свойства избирательной проницаемости, как наружу, так и внутрь. Почему я так говорю? Потому что на самом деле существует масса ситуаций, когда базальная мембрана, к сожалению, такими свойствами обладать уже не способна. Да? Почему так происходит? Потому что, к сожалению, ну, наверное, сейчас советских времен, не знаю, да, то есть женщина, скажем так, советская женщина, а, к сожалению, наши привычки, ну, или к счастью, ну, часто, к счастью, когда это хорошие привычки, хуже, когда это не очень хорошие привычки, мы перенимаем у своих родителей, это правда. Так вот, есть такое мнение, да, что вот сейчас у меня нету возможности купить там, допустим, хороший какой-то крем, да, то есть вот, который реально будет все делать для кожи, да, то есть поэтому я сейчас возьму какой-нибудь, ну а потом, когда у меня появится возможность, и, кстати говоря, часто появляется, когда люди так размышляют, хотя возможность просто не появляется, соответственно, начинаю пользоваться каким-нибудь кремом. Чаще всего каким-то очень широко разрекламируемым, то есть из группы масс-маркета. В чем проблема масс-маркета косметики? Что бы там ни написали, что там вносятся, что-то там, какие-то экстракты там, и так далее, вопрос всегда стоит в том, что является основой крема. Если основой крема является производная нефтепродуктов, то базальная мембрана кожи закрывается. То есть она уже не способна выполнять роль полноценного питания эпидермиса. Ну, скажем так, говоря таким народным языком, кожа перестает дышать. Это, кстати говоря, периодически видно, знаете, иногда, я не буду называть компании, иногда к нам приходят ну, девчонки молодые чаще всего, да, то есть из других компаний, скажем так, где продается косметика из группы по составу, из группы масс-маркет, хотя они могут позиционировать себя, конечно, по-другому. И, например, использование крема Нетрия, да, то есть дает интересный результат. У обычных, у наших женщин крем Нетрия, допустим, да, то есть он достаточно быстро впитывается в кожу, его не видно. У этих девчонок, да, к сожалению, крем практически в кожу не проникает, потому что его блокирует, да, постоянно наносимая на кожу косметика масс-маркет, на которой тоже у них бликуют, конечно, они замазывают там, и так далее, но от этого мембрана чище не становится. Сразу хочу сказать, что на восстановление базальной мембраны уходят месяцы, по некоторым данным и год. Поэтому в этом смысле лучше ничем не пользоваться, чем попало. Это очень важно. Следующий слой кожи – это, собственно, кожа или дерма. Это, в общем-то, слизистотканный элемент, такой сложный. Как видите, вот он начинается здесь, заканчивается вот здесь, вот граница дермы. Здесь же находятся железы кожи, придатки кожи. Здесь же находятся сосуды. Вот. Сосуды, целососудистые сплетения, да, здесь находятся. Почему здесь нужны сосудистые сплетения? Потому что кожа, кроме барьерных своих функций, выполняет, постоянно выполняет роль еще и регулятора температуры тела. Да. То есть если, допустим, кожа сначала немножко начинает, допустим, охлаждаться, да, то есть то возникает приток крови к коже, и кожа, в общем-то, становится красной, розовой. Если же организм уже понимает, что кожа сильно переохлаждается, и организм, точнее, весь практически уже замерзает, то тогда кожа белеет. То есть получается, что организм таким образом сохраняет тепло, жертвуя кожей, и тогда уже начинается обморожение и так далее. То есть вообще на самом деле кожа очень активный регулятор температуры, да, то есть это то, что касается понижения. С точки зрения повышения температуры, естественно, кожа в основном использует метод, который активно используется в тех же кондиционерах. То есть он активно испаряет влагу с поверхности кожи. Влага появляется в результате деятельности потовых желез. Вот. Вот эти вот розовые элементы, это соединительно-тканные элементы, да, это соединительно-тканные элементы, которые, то есть, производят
клетки фибробласты, они производят, собственно говоря, волокна, да, коллагеновые в основном и эластиновые частично. И производят они межуточное вещество, гиалуроновую кислоту, это такой полимер, который имеет высокое сродство к воде, соответственно, на воду это набирает. И, соответственно, благодаря способности гиалуроновой кислоты сохранять и связывать воду, да, то есть кожа поддерживает свой тургор. То есть вот такой вот внешний здоровый вид. Если же человек пьет мало воды, если скорость обменных процессов у него достаточно низкая, то, в общем-то, гиалуроновая кислота может терять воду. Коллаген может разрушаться, но не восстанавливаться. В результате это приводит к преждевременному старению кожи. Но об этом очень хорошо поговорим. Дальше. Что касается сосудов, я уже сказал, что касается желез кожи. Ну, основных железы у нас две базы, да, то есть это вот здесь видна потовая железа, то есть это простая трубчатая железа, которая закручена в клубочек. Ну, в данном случае, видите, на разрезе здесь много разрезанных элементов этого клубочка. И потовая железа выводит, собственно говоря, свой секрет на поверхность кожи через специальное отверстие. Что касается самого секрета, то в основном он содержит воду, это самое как бы представленное вещество, да, то есть вода. Дальше. Ряд солей, в частности, натрий хлор, то есть поваренная соль, другие соли, и также сюда выводятся, то есть могут выводиться некоторые продукты обмена, продукты, допустим, азотистого обмена, скажем, мочевинки. Вот. И, кстати говоря, в случае, если с кожей большие проблемы возникают с почками, то тогда кожа выполняет тоже роль выведения токсинов, да, то есть активно причем, вплоть до того, что у больных с хронической почечной недостаточностью высоких степеней на поверхности кожи прям видны кристаллики мочевины. То есть мочевина выделяется активно потовыми железами прямо на кожу, и кожа тогда становится такой сухой. И прям видны желтые кристаллики мочевины. Вот. Вторая железа, кстати говоря, потовая железа, выделяя продукты азотистого, в частности обмена, создает специфический запах тела. У каждого человека он свой, да, то есть он состоит из сочетания, безусловно, факторов. И сразу хочу сказать, что запах тела, да, то есть, во-первых, это то есть разные люди из разных рас, скажем так, и разных национальностей тоже будут, у них запах разный, да, то есть самые мало пахнущие люди, скажем так, с более, слабым запахом, это в основном люди монголоидной расы. Самые сильно пахнущие люди живут в Северной Африке и в Азии. Вот, и европейцы находятся где-то на середине. Сильный запах тела, для того же европейца, если европейцы имеют сильный запах тела, чаще всего неприятный запах, да, то есть чаще всего это говорит о том, что организм этого человека, чаще всего речь идет о кишечнике, да, то есть он достаточно сильно, выражаясь народным языком, зашлакован. По-умному, чаще всего речь идет о так называемой гнилостной дисфункции. И в результате кожа выполняет роль детоксиканта, да, то есть он выводит эти продукты азотистого обмена, продукты гниения, в частности, скатолы там различные, да, то есть и прочие продукты гниения, которые обладают выраженным запахом. Вот, поэтому и по запаху тела тоже можно сказать о здоровье человека, на самом деле. Далее. Вторая железа. Это потовая железа, сальная железа. Как видите, выводные протоки сальных желез, они фактически очень находятся рядом с, каналом, через который вырастает волос. И, соответственно, сальная железа, она пропитывает волос в процессе его роста своим секретом.
Это немножко другая железа, то есть клеточки этой железы постоянно разрушаются, накапливая кожное сало, они постоянно разрушаются, да, то есть вот эти разрушенные клетки вместе с содержимым, они, собственно, выделяются на поверхность кожи. Зачем нам нужен сальный железы? Ничего. Функций несколько. Одна из главных функций состоит в том, чтобы, то есть как бы задача основная кожи – это барьерная. Это самая главная задача. Для того, чтобы выполнять роль барьера, она должна быть недоступна по отношению к веществам, которые легко растворяются в самом лучшем растворителе, ну, из доступных на Земле. Это вода. Да? Соответственно, кожа должна быть недоступна для водорастворимых веществ. Для этого она должна обладать, ну, так называемыми гидрофобными свойствами. Какими свойствами обладает жир? Соответственно, кожное сало, покрывая поверхность кожи, создает условия для того, чтобы кожа выполняла роль барьера. Соответственно, вода у нас через кожу не проникает. И все, что с ней находится, тоже не проникает через кожу. Это раз. Второй момент, важный. Состоит в том, что кожное сало, пропитывая роговые чешуйки, создает условия для того, чтобы роговые чешуйки обладали эластичностью. Соответственно, получается, что кожа становится эластичной, не ломается, не рвется, не шелушится, да, то есть, и, скажем так, таким образом она, опять же, упрочняется, да, потому что кожа выполняет роль барьера и тоже, ну, как бы, периодически она подвергается перерастяжению. Если бы кожа была сухой, она бы легко рвалась. Собственно, что и происходит у людей с нарушенным этим процессом образования кожного сала и некоторых других механизмов, да, то есть когда такая способность кожи теряется, тогда кожа легко лопается, ну, скажем, легко появляются трещины, разрывы и так далее. Еще один важный момент, непосредственно секрет сальной железы, обладает, ну, скажем, то есть является питательной средой для микроорганизмов, которые живут на коже. Соответственно, жизнедеятельность этих микроорганизмов, да, вкупе с выделениями потовых сальных желез создают на поверхности кожи уже миллион раз отговаривающийся pH. На коже 5,5. То есть около 5, то есть около 5 pH, да, то есть создает кислую среду на коже. А кислая среда на коже препятствует размножению условно патогенных микроорганизмов. Вот такая вот штука. Ну и, соответственно, волос. Да, то есть волос. То есть вот, значит, непосредственно волосяной фолликул, да, то есть там, где, собственно, откуда, то есть, собственно, волос растет, здесь внутри располагается сосудистый нервный пучок, за счет, собственно, его и происходит активное деление клеток, которое потом в дальнейшем создает волос. Здесь тоже находится очень и очень быстро делящиеся клетки, которые точно так же очень зависимы от различных факторов, сейчас мы о них поговорим. И, соответственно, любые изменения общего состояния организма так или иначе будут отражаться на состоянии волос. Опять же, поэтому очень большой бизнес лежит. Большой бизнес занимается коррекцией состояния волос. Начиная просто причесок, да, заканчивая всякими различными искусственными наращиваниями волос, там, ну и так далее, да? Окрашиванием и прочее. Лечить сам по себе волос, то есть вот сам по себе, то есть он уже, когда он вырос, когда он находится на поверхности тела, то есть эта структура неживая, его можно только пропитать чем-нибудь, да, то есть каким-нибудь веществом, и, соответственно, за счет этой пропитки он будет какое-то время внешне выглядеть, ну, по-другому. Да, потому что на самом деле питание можно произвести только самой кожи, собственно, кожи. Ну и гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка, толщина зависит, опять же, от толщины этой прослойки. Задача подкожно-жировой клетчатки состоит в том, чтобы выполнять роль депо запасной энергии, да, то есть как бы некие стратегические запасы, которые будут способны создавать уже как бы, ну, какие-то резервы, то есть резервы, которые организму, возможно, когда-нибудь понадобятся. Ну, у современных людей, к сожалению, понадобятся они очень редко. Ну, так получается. Ну, накапливаются легко.
Об этом мы уже говорили. Говорили на прошлой лекции по холестерину в частности. Вторая функция, опять же, терморегуляция. То есть подкожно-жировая клетчатка – хороший теплоизолятор. Третья функция, особенно у женщин, да, то есть это функция депо половых гормонов. И, кстати, опять же, больше для женщин это выполняет формообразующую роль. И, кстати говоря, да, то есть мужской организм, то есть мужское сознание фактически по определенным выпуклостям в определенных местах и определяет, насколько женщина привлекательна. То есть, другими словами, говоря языком животных, да, то есть насколько она готова произвести здоровое потомство. Это я к слову о том, что сейчас, ну, какое-то время назад, сейчас, к счастью, уже получше ситуация чаще всего, считается, да, то есть, в смысле, многие женщины, да, то есть молодые девчонки, особенно страшно, стараются, чтобы подкожной жировой клетчатки у них не было. Опасная тема, потому что при снижении количества подкожной жировой клетчатки ниже определенного значения, в принципе, цикл прекращается, депо половых гормонов снижается, динамика гормонов в крови становится неуправляемой. Почему? Потому что за счет демпфирующего влияния жировой ткани, да, то есть постоянно всплесками работающие яичники, ну, как бы они все время работают, ну, скажем, они, в отличие от яичек, мужского организма производят гормоны всегда нестабильно. То густо, то пусто. И в организме женщины вот такие вот всплески и провалы компенсируются в основном чем? Компенсируются в основном, собственно говоря, жировой тканью преимущественно. Если ее нет, да, то эмоциональный фон такой женщины, не говоря уже о собственном здоровье, будет, мягко говоря, нестабилен. Вот. Ну и так далее. Ну, это обычно отдельная тема, про женское здоровье я об этом уже говорил. Да, то есть можете посмотреть этот вебинар про женское здоровье, там много об этом говорил в свое время. Что касается регуляции деятельности сальных желез, в частности. Да, то есть, ну и немножко волосяного фолликула, немножко расскажу. Сальные и потовые, в частности, железы, да, то есть они регулируются из двух источников. Из вегетативной нервной системы и из, скажем так, гормонов, ну, преимущественно половых. Хотя не только, но в основном половых. Хотя потовые железы достаточно активно еще могут регулироваться, допустим, гормонами мозгового вещества надпочечника, то есть адреналином, ну и прочими аминами такого рода. Да, то есть, причем, ну, как бы, чем более активно, скажем так, работает вегетативная нервная система, тем больше, ну, скажем так, производится кожного сала. Причем, ну, скажем так, кожного сала и пота. Причем, ну, как мы знаем, вегетативная нервная система разделена на два звена. Это звено симпатическое и парасимпатическое. Симпатическое несколько снижает выработку пота и сальных желез, активных сальных желез. Парасимпатическое, ну, как антагонист, собственно говоря, ее повышает. Что касается половых гормонов, то в основном регуляция деятельности половых гормонов, то есть половые гормоны, в основном речь идет о мужских половых гормонах, да, то есть у мужчин мужских половых гормонов 2/3, да, то есть у женщин 1/3. Соответственно, женщины всегда потеют меньше и пахнут меньше, чем мужчины. Ну, мужчины положено пахнуть активно, да, то есть по той простой причине, что надо чем-то метить свою территорию, иначе получится, что как бы вот нечем. И, соответственно, если говорить, допустим, ну вот потом мы вернемся немножко уже, когда будем говорить о патологии, да, то есть вот по угревой, допустим, болезни, да, то есть то получается, что, допустим, гормонзависимые сальные железы преимущественно расположены на уровне, ну, если взять лицо, да, то есть покартировать лицо, то получится, что ниже носа. Если говорить о, допустим, органах, в смысле, о, допустим, сальных железах, которые располагаются выше носа, лоб, там, например, сам нос и так далее, да, то есть в основном речь идет о сальных железах, которые регулируются преимущественно вегетативной нервной системой. То есть точно в смысле парасимпатической вегетативной нервной системы, кстати говоря, которая активно регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Поэтому, кстати говоря, по локализации угревых процессов мы можем совсем четко сказать, где основные проблемы человека. Связь кожи с другими системами. Ну, вот важный этот момент, я еще не сказал очень важную вещь.
Дело в том, что кожа и нервная система развиваются в эмбриональном периоде из одного и того же зачатка. Соответственно, они на всю жизнь сохраняют очень тесные связи между собой. И через влияние, то есть через влияние на кожу можно влиять на нервную систему. Также нервная система влияет на состояние кожи. Обязательно. Ну, в частности, скажем так, есть ряд древних методов, да, то есть, которые позволяют регулировать деятельность внутренних органов, воздействие на кожу посредством центральной нервной системы. Акупунктура, иглорефлексотерапия и так далее. Таким образом, идет воздействие на кожу через рефлекторный механизм на центральную нервную систему. Центральная нервная система, в свою очередь, уже контролирует деятельность тех или иных органов. Это известно давно. Этим активно пользуются на Востоке. Да, то есть, ну, у нас уже тоже в физиотерапевтических кабинетах, ну и есть ряд специалистов, которые этим занимаются, хотя, ну, на освоение этой методики требуется достаточно много времени, ну и, в общем-то, талант, с моей точки зрения, потому что здесь нужно обладать, в общем-то, нелинейным мышлением, вот, таким гуманитарным. Потому что воткнуть, грубо говоря, иголки не туда, это очень легко, вот, а воткнуть туда можно использовать несколько другие, другой немножко понятийный аппарат, который включает интуицию и прочие способности нашей нервной системы. Так, нервная система и кожа очень тесно между собой связаны, вот, регулируют друг друга, да, то есть поэтому, ну, скажем так, есть отдельная культура, ну, то есть отдельная часть культуры всегда во всех, скажем так, во все времена существовала культура дотрагивания до кожи. Можно, нельзя, в каких периодах и так далее, и так далее. То есть в данном случае это, то есть, дотрагивание, внимание и так далее, это очень важный элемент общения между людьми, особенно между близкими. Особенно. Ну и, соответственно, так как это очень, скажем так, сильный метод, да, то есть, то и общество накладывает на контакты очень жесткие ограничения. Далее, значит, связь кожи и желудочно-кишечный тракт. Ну, частично я уже сказал, да, то есть, но вот приложение к сегодняшнему, сегодняшней теме, да, то есть, вот, о которой мы будем говорить об угревой болезни, в частности, и атопическом дерматите, я чуть позже скажу, она, безусловно, важна. Связь кожи и иммунной системы. Ну, начнем с того, что сама по себе кожа – это часть иммунной системы, потому что мы говорили о том, что кожа, то есть, что 80% всех иммунных механизмов – это неповрежденные барьеры. А кожа есть барьер. Пускай самый маленький, 2 квадратных метра всего, но мощный барьер с другой стороны, да, очень толстый. Связь, ну, абсолютно прямая. Опять же, мы сегодня будем говорить немножко вот в части атопического дерматита, мы обсудим этот вопрос, поговорим, ну, в частности, почему иммунная система имеет такое отношение к коже. Ну, безусловно, половые гормоны. Ну, в первую очередь, мужские половые гормоны, да, влияют на ну, заболевания, так скажем, кожи, да, сегодня у нас была такая пациентка, да, то есть вот, которая вот такая вот ситуация, кстати говоря, тоже интересный момент. Сегодня масса женщин живет в технологиях мужского общества, что провоцирует у таких женщин хронический стресс, который провоцирует, в свою очередь, вброс в кровь большего, чем необходимо, количество гормонов надпочечников. Одним из гормонов надпочечников является тестостерон, что приводит к поражению кожи, выпадению волос, ну и так далее, и так далее. Да? То есть женщины бегают, ищут проблемы в соматике, на самом деле проблем в соматике там первичной нет, то есть они все вторичные. Решать надо задачи, ну, как бы из основы. Да? То есть основа в данном случае это, ну, с моей точки зрения, некие морально-этические конструкции, которые женщина, ну, выполняет свои собственные. Если она пытается жить как мужчина, пытается, скажем так, конкурировать с мужчинами, кто-нибудь женщина, ну, говорится, получите тестостерон, пожалуйста. Вот, организм, наша штука такая очень гибкая, она умеет все делать. Под запрос. К сожалению, только вопрос, что запросы эти чаще всего неосознанно. Так получается. Итак, в принципе, сейчас я, наверное, вернусь немножко. Что касается анатомофизиологических особенностей кожи, я рассказал. Теперь давайте, я предлагаю сегодня 3 темы обсудить.
Это атопический дерматит, который раньше назывался нейродермитом. Угревая болезнь сиборея, в принципе, ну, очень близкие по сути свои процессы. И грибковые поражения, в частности, мантии. Я немножко поделюсь своими наработками, в частности, так называемых онихомикозов, то есть микозов, то есть грибков поражения мантии. Так, атопический дерматит. Аллергический дерматит, да, то есть его разница между чисто аллергическим дерматитом и атопическим дерматитом проводят следующим образом, то есть считается, что атопический дерматит, как правило, имеет семейственность. То есть он имеет некие, ну скажем так, ну, генетику, да, то есть некую отягощенную генетику по своим породителям. Безусловно, гены пальчиком не выковыришь, это понятно. Хотя, ну, как бы по данным, которые известны, да, то все-таки генетика определяет наше здоровье где-то процентов на 15-17. Все остальное наш образ жизни. Потому что на самом деле, как мы у своих родителей генетически, то есть берем на самом деле не только генетику, но и их пищевые и прочие привычки. А вот пищевые и прочие привычки образа жизни, как правило, в конце концов отражаются на состоянии здоровья. Вот. Что касается атопического дерматита, один из, ну как бы, есть несколько важных моментов в части его развития этого процесса. Один из главных механизмов, который, ну, я вижу как главный, вижу, ну скажем так, результативность в части коррекции этого состояния, да, то есть это особенность функционирования желудочно-кишечного тракта. Атопический дерматит чаще всего это процесс, развивающийся в раннем возрасте, иногда сразу после рождения. Почему так происходит? Ну, факторов, опять же, много, да, то есть это один из факторов, это неправильно созданный, скажем так, неправильно работающий желудочно-кишечный тракт. Почему? Да, то есть, ну, потому что неестественное вскармливание, потому что сама по себе мама питается, возможно, неестественными продуктами, потому что ребенка в роддоме, если он был в роддоме, разразили, например, получил он там каких-то слонопатогенных или патогенных микроорганизмов того же стафилококка, и после этого он был пролечен. Либо ребенок делал какие-то, допустим, антибиотики в раннем возрасте, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть факторов на самом деле много. Действие должно быть, в общем-то, единое. Да? То есть нам необходимо вернуть здоровье желудочно-кишечного тракта. Что касается атопического дерматита, кстати говоря, я бы сказал так, что намного важнее, то есть намного эффективнее, грубо говоря, три раза подряд пройти реабилитацию ЖКТ, чем после одной реабилитации искать какие-то чудесные технологии, которые в дальнейшем стабилизируют ситуацию с атопическим дерматитом. То есть мой опыт говорит о том, что здесь настолько важно здоровье желудочно-кишечного тракта, что его очень сложно переоценить вообще. Соответственно, надо очень серьезно поработать на эту тему. У детей то же самое, да? Тем более, у детей тем более. Постараться, опять же, исправить и питание, да, то есть, что касается ограничений в питании, опять же, ограничиваются. Все продукты неестественного происхождения. Сахар, рафинат, мука высшего сорта, копчености, ну и так далее, и так далее. То есть различные продукты, которые сложно отнести к естественному. Таким образом восстанавливается кишечный барьер, потому что иначе, ну, кто хотел бы, ну, то есть может посмотреть лекцию вообще, связанную с иммунной системой, с кишечным барьером, потому что там отдельная тема. Дело в том, что чаще всего при атопическом дерматите нарушение кишечного барьера, собственно, и ведет к появлению циркулирующих иммунных комплексов, которые заканчивают свою жизнь. Собственно, в коже. Почему в коже? Ну, шок кожи является шоковым органом в данном случае для пациента. И, собственно говоря, эти комплексы задерживаются как раз вот в дерме, да, то есть, ну, по причине особенностей кровообращения, вообще, ну, непосредственно в коже, потому что там достаточно сложные завитые микрососуды, и там, как правило, очень много клеток иммунной системы, которые готовы побороться с этими циркулирующими иммунными комплексами. Когда идет воспалительный процесс в коже, тогда возникает все те явления, которые видны при атопическом дерматите. То есть воспалительный процесс сильно стимулирует рост, в смысле вызывает
вброс внутрь кожи специальных ростовых факторов, они стимулируют деление клеток эпидермиса, те, в свою очередь, не успевают кератинизироваться. Таким образом, кожный барьер нарушается, начинается шелушение, внутрикожный зуд, ну и все остальные прелести атопического дерматита, вплоть до, опять же, разрушения целостности кожи, которые чаще всего возникают в результате зуда и, соответственно, расчесов, которые потом могут инфицироваться и прочее. Состояние, ну, мягко говоря, сложное. Да, то есть люди многие просто приучаются так жить. Ну, я все-таки считаю, что с этим необходимо работать, да, то есть работать в первую очередь в отношении правил питания, питьевого режима и реабилитации желудочно-кишечного тракта очень подробным образом. С противопаразитаркой и все такое. Да. Дальше. Следующий этап в реабилитации – это иммуномодулирующая терапия. Сегодня, вот, ну, это немножко, скажем, более для сегодняшнего дня презентации, я бы сегодня сюда уже вписал непосредственно наш уже утвержденный набор, который еще пока нет в продаже, насколько я знаю. Это набор, связанный с коррекцией аллергии. Как принимать этот набор и так далее, и так далее. Это все будет в описании, да, то есть просто в данном случае он содержит ряд продуктов, которые позволяют контролировать атопические процессы в организме в целом, и в коже в частности. Далее, стабилизация работы нервной системы. Безусловно, имеет значение, потому что при атопическом дерматите нервные потрясения тоже, безусловно, влияют. Раньше, причем считалось, почему раньше он назывался нейродермит, потому что раньше считалось, что, вот, скажем так, нервная система создает такой процесс. Почему? Потому что ну, как бы были масса наблюдений, когда человек понервничал, у него проявилась ну, та или иная проблема с кожей. Да? То есть, и считалось, что нервная система является фактором, который создает процесс. На самом деле это не фактор, создающий процесс, это фактор, который этот процесс ускоряет, усиливает, запускает, но не создает. Создает его, собственно, неправильная работа системы кишечного барьера, да, вкупе с ну, скажем, проблемами в иммунной системе. Ну, и витаминотерапия, да, то есть, ну, я в данном случае, обратите внимание, сюда внес продукты, содержащие цинк. Почему цинк? То есть, цинковая подстилка и защитная формула, потому что цинк является важнейшим элементом, который участвует в размножении клеток всех эпителий. А кожа – это мощнейший, сложный, самый сложный эпителий в организме человека. Вот это то, что касается атопического дерматита. Что касается местной терапии, я сразу хочу сказать, что местная терапия атопического дерматита малоэффективна. Единственное, что мы можем делать и необходимо, что делать, это смягчать кожу, уменьшать вероятность развития воспалительных процессов. Да, то есть здесь самые ну, востребованные наши средства. Да, то есть в основном это речь идет о какао, крем какао, да, то есть и алоэ вместе. Сам алоэ, гель алоэ, он ну, тоже, безусловно, хорошо заживляет, но он, скажем так, обладает способностью немножко пересушивать кожу, да, то есть, потому что ну, в этом его особенность. Поэтому лучше их использовать в паре. Хотя, ну, опять же, это может быть. И, кстати, многие используют, допустим, такие вещи, как наш крем для ног. Безусловно, да, то есть после душа эффективно использовать натрий, то есть именно молочко для тела, да, то есть это такие средства, которые позволяют смягчить кожу, уменьшить вот этот зуд, шелушение, да, то есть вот эти вот вещи, но все это, и все же все это как бы всего лишь ну, уменьшает выраженность процесса, ни в коей мере не влияя на причину. Следующий процесс. Это угревая болезнь сиборея. Ну, в данном случае, скажем, в свое время, да, то есть мы говорили о ликвидации, я сегодня тоже это хочу сказать, ликвидация хеликобактер-зависимого процесса, а хеликобактер пилори, как мы знаем, да, то есть это микроорганизм, который любит жить в нездоровых желудочно-кишечных трактах и размножаться там активно, на самом деле, как мы понимаем, уже многократно говорили, хеликобактер пилори не является, в общем-то, откровенным патогеном, да, то есть он
всего лишь, еще раз повторяю, живет в нездоровых желудочно-кишечных трактах. В конце концов, возникает интересная ситуация. Да? Сам желудочно-кишечный тракт, воспаленный, в частности, верхнего его отдела, приводит к перевозбуждению сальных желез, что в свою очередь приводит к перевозбуждению блуждающего нерва, что в свою очередь приводит к перевозбуждению сальных желез, да? То есть, потому что блуждающий нерв крупнейший, нерв парасимпатической вегетативной нервной системы, что приводит к изменению состава кожного сала, его количество кожного сала, количество кожного сала растет, количество, в смысле, качество его тоже становится, ну, парафиноподобным, меняется его pH, и, соответственно, выделяемость кожного сала из сальных желез уменьшается, туда проникают микроорганизмы, в частности, коренные бактериум акне, и что, в свою очередь, приводит к тому, что они разлагают кожное сало до эфира, все это воспаляется, краснеет, нагнаивается и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, нельзя ни в коем случае сказать, что та же коринобактериум акне, там, стафилококкус латисты, которая находит в выделениях сальных желез, гнойных, да, то есть является причиной углевой болезни. Нет, конечно. На самом деле, они просто являются микробами, сопровождающими основной процесс. Нужно убирать причину. Причина лежит в перевозбуждении сальных желез, либо парасимпатической вегетативной нервной системы, как я уже говорил, да, то есть речь идет о кишечнике, желудке кишечнике, либо второй вариант, речь идет о перевозбуждении половыми гормонами. Что происходит? У многих подростков, да, то есть когда идет всплеск половых гормонов, в частности мужских, что происходит у любой женщины перед месячными? Перед месячными просто возникает такое временное транзиторное состояние повышенного уровня половых гормонов мужских. Да? То есть поэтому, ну, как правило, появляются высыпания. Чаще всего эти высыпания находятся в гормонально зависимой зоне. То есть вот здесь. Чаще всего вот эта область. Вот, ну, если быть точным, вот основные области. Если этот процесс связан не только, то есть появляется не только перед циклом, но и преследует женщину постоянно, то, соответственно, как бы, как правило, мы видим и на уровне гинекологии тоже проблемы. Нарушение цикла, болезни смещения, там, мастопатийные явления и прочее. Да? То есть в данном случае контролировать нужно именно гинекологию, и тогда эти процессы сами по себе пройдут. Поэтому первое, как всегда, опять же, как всегда, мы занимаемся реабилитацией желудочно-кишечных трактов. Обязательно. Если этого не делать, все остальные мероприятия будут, ну, малоэффективны, либо имеют временный результат. Следующий момент, который нам необходимо делать будет, это так называемое снижение чувствительности кожи к андрогену. Чем можем мы здесь помочь? Ну, обратите внимание, красный клевер, альфа-альфа, да, то есть продукты, обладающие эстрогеноподобным действием. Кстати говоря, HVP тоже обладает эстрогеноподобным действием немножко. Вот, восьмерка, например, да, тоже обладает таким же действием. То есть, я знаю, что красный клевер и альфа-альфа содержат вещества, похожие на половые гормоны немножко, что позволяет им конкурировать за места связывания на рецепторах сальных желез. Таким образом, такие простые продукты на самом деле способны уменьшить выраженность подобных процессов. Пока мы там занимаемся кишечником, желудком, долгое время этим занимаемся, мы можем тут вот таким образом местно, ну, как бы так, на коже подконтролировать этот процесс вот таким способом. Соопальмета особенно тоже важно. Важно, что соопальмета может уменьшать выраженность процессов накожных, допустим, у женщин уже, ну, скажем так, взрослых, да, то есть у которых нарушен гормональный фон. Ну, в частности, есть такое заболевание, которое называется синдром склерокистозных яичников. И вот такие женщины, о которых я сегодня говорил, да, то есть которые в результате игр в мужском, ну, то есть по мужским правилам, да, то есть в конце концов получают кучу проблем с гормонами. Да, то есть тогда тоже возникают такие явления. Соопальмета, несмотря на то, что это вроде как женский, мужской продукт, тоже способен здесь, безусловно, помочь. Да. Безусловно, кстати говоря, вот, ну, тоже надо сюда сказать, что здесь очень важны будут продукты, которые регулируют деление клеток эпителия кожи. Это тот же цинк, защитная формула, да?
которые очень хорошо работают именно на тему регуляции деятельности самих желез. Кстати говоря, еще важный момент, да, то есть кожное сало чувствительно к липидам, которые входят в его состав. Например, омега-3 или лецитин, да, то есть являются факторами, которые позволяют кожному салу быть более пластичным и эффективнее выделяться из кожи, да, то есть в смысле из своих водных протоков. Если омега-3, в частности, недостаток есть в коже, да, то есть это возникает примерно тогда, когда человек, во-первых, не принимает омега-3 отдельно, плюс злоупотребляют, допустим, насыщенными жирами, животным, допустим, происхождения, то получается, что такие люди, они, если вкупе еще со сладким, будут вообще коровы. Если человек, опять же, все любители сладкого, да, то есть это потенциальные пациенты с углевой болезнью, либо сиболей. Это всегда так. Вот. Что касается местной терапии, да, то есть местная терапия, ну, чем мы можем здесь помочь, ну, опять же, да, то есть мы можем помочь только, как бы, ну, скажем так, бороться со следствиями, да, то есть, но зато мы ускоряем процесс реабилитации кожи, и очень важно, что очень важно, мы уменьшаем вероятность развития рубцовых изменений. А что касается там, давить, не давить, я могу лишь сказать, что все эти углевые процессы, ну, скажем так, для того, чтобы их эффективно и правильно убирать, для этого нужны определенные навыки. Этому надо научиться. По двум причинам. Первое, страшное, скажем так. Есть у нас так называемый треугольник смерти. Вот этот треугольник смерти, да, то есть это треугольник, который вены кожи здесь имеет связь с венами мозговых оболочек. Если, не дай бог, путем неправильных действий здесь, скажем так, разрывать барьер между венозной системой и сальной железой воспаленной, да, то есть есть вероятность заноса гнойного содержимого в головной мозг. Это первое. Второй момент. Слава богу, встречается редко, но зачем, в общем, дразнить детей? Почему? Следующий момент важный, да, то есть это непосредственно, скажем так, если мы, да, то есть будем просто давить бездумно, да, то есть то возникает ситуация, когда водные протоки сальных, точнее, концевые отделы сальных желез просто разрушаются, гной выходит вокруг лежащую кожу, воспалительный процесс при этом расширяется, хотя это может быть как-то не особо видно, гноя вроде не видно, но тогда красная зона, зона воспаления кожи расширяется. Существует высокая вероятность, что потом это место будет рубцеваться. Когда оно будет рубцеваться, то в этом месте, в районе, там, где сделана неправильная чистка, да, то есть возникнет такое пупковидное давление. Ну, видели, наверное, таких людей с таким давлением, воронками на коже после углевых процессов. Да? Вот. Для того, чтобы это уменьшить, для того, чтобы уменьшить такую вероятность, да, лучше использовать, опять же, вот, обратить внимание. Да, то есть, противорубцовыми изменениями обладает вичвера-гель. Это то, что говорит место, говорят о местной терапии. Местным противомикробным действием высоким, активным обладает гель серебряный щит, масло чайного дерева. Очень важный продукт для приема внутрь, кстати говоря, для снижения вероятности вообще развития ну, непосредственно рубцовых изменений, да, то есть это протеаза плюс, то есть системная ферментотерапия. Особенно у людей, у которых вообще, которые имеют склонность к образованию рубцов. Это легко, в общем, заметить, то есть у таких людей там царапины на коже и так далее, они заживают всегда таким образом, что их потом видно всю жизнь. То есть, ну, как бы, рубцы даже при небольших изменениях на коже появляются. То же самое произойдет по факту заживления угревых процессов, если это не поспособствует, ну, как бы непосредственно работе с этим процессом с помощью протеаза. И последнее, что я сегодня хочу сказать, это онихомикоза или ногтевой грибок. Очень сегодня распространенное явление. Сразу хочу сказать, что ногтевой грибок практически невозможно эту задачу решить без реабилитации всего организма целиком. Как в свое время нам, ну, как бы, когда это еще была советская медицина, нам совершенно четко говорили, что грибковые процессы являются проявлениями иммунодефицитного состояния, то есть синдрома приобретенного иммунодефицита, то есть СПИДа, только не вирус-зависимого, да, то есть не ВИЧ-зависимого, а вообще
процесса, который, ну, как бы фактически является выраженным иммунодефицитным состоянием. Соответственно, решать этот процесс необходимо комплексно и длительно. Очень длительно. То есть вообще этот все процесс, который вот я здесь нанес, это как бы для тех, кто понимает, достаточно осознанно, с одной стороны, с другой стороны, достаточно, ну, скажем так, системно и умеет ухаживать за собой. Итак, первый этап. Секунду. Первый этап – это реабилитация желудочно-кишечного тракта подробнейшим образом, опять же. Да? То есть, если одного раза недостаточно, значит, второй раз. Следующее – это иммуномоделирующая терапия. Это большой привет вебинару, который тоже записан в отношении иммунной системы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно этот вебинар, для того, чтобы понять, как правильно проводить иммуномоделирующую терапию. И дальше длительный период времени на фоне либо подарка, либо комплекса с каприновой кислотой 10 дней пьем, 10 перерыв, или мы можем там по 2 капсулы в день, но длительный период времени. Да, то есть для чего это нужно, я объясню. Дело в том, что грибки, которые находятся в ногте, постоянно подсеваются в кровь. Их всегда можно найти в крови, если хорошо поискать. Соответственно, для того, чтобы убрать, ну, радикально поработать с грибком ногтевым, необходимо очень серьезно его подавлять в крови. Для этого надо очень длительно принимать продукты, имеющие противогрибковый эффект. Ну, либо подарка, либо каприлка, либо эспигарлик. Ну, вот такие продукты, которые обладают высоким противогрибковым эффектом активным. Вот, до отрастания здорового ногтя. Механизм, как работать, собственно, с самим ногтем. Ну, я уже, видите, да, то есть распариваем ноги в воде, подкисленные уксусом. Причем подкисленные грибы очень не любят кислиться, грибы вообще. Сколько распаривать, ну, сколько у вас есть, грубо говоря, времени и терпения, сколько распаривать. Как правило, когда уже вы видите, что у вас на большом пальце появляются такие ребристые белые, да, то есть уже достаточно. Вот. Дальше то есть промываете, просушиваете, накладываете на ногти салфетку, смоченную собственной мочой. Ну, можете у соседа взять, ну, как правило, собственной. Почему мочой, а никакой другой, никаким другим средством? Ну, во-первых, высокая доступность, начнем с этого, практически все бесплатно. Это раз. Во-вторых, важнейший момент. В отличие, допустим, от салициловой кислоты, которые раньше рекомендовали смачивать подобные структуры, мочевина способна растворять только поврежденные, то есть мертвые, ну, фактически поврежденные ноги. Ну, мертвые, понятно, они все мертвые, но поврежденные именно грибком ноги. А в отличие от, в частности, собственно, салициловой кислоты, которая растворяет и здоровые, и болеющие. Соответственно, как бы, таким образом салициловая кислота может выступить в качестве в качестве вещества, которое будет способствовать распространению грибка. Накладываем на ноготь. Ну, тут написано 5-7 минут. У меня есть, в общем-то, ребята, которые делают это на ночь. Тоже, кстати, нормально. Кстати говоря, мочевина укрепляет здоровый ноготь, так к слову. Есть отдельные методики по укреплению ногтей с помощью мочи. Промывается, просушивается. После этого с грибком, сделанное, вот я видите, отдельно жесткий пластик, обратите внимание, жесткого пластика, не металла, отдельно об этом говорю, потому что у меня были умельцы, которые, допустим, ногти снимали, ну, допустим, поврежденные ногти, например, болгарочкой, вот, напильником, ну, рашпилем, в частности, по дереву. Хорошо, если ногти, в смысле ноги, ногтевые фаланги, скажем, остаются на месте. Есть варианты. Поэтому жесткий пластик просто вырезается из жесткого пластика маленькая полукруглая стамеска и соскабливаются поврежденные участки ногтя, которые уже смягчились, которые смогли смягчиться путем работы мочи. Промывается, хорошо просушивается феном до абсолютно полностью сухого ногтя. Очень важно, чтобы воды там не было, минимальное количество воды. И после этого наносится масло чайного дерева в несколько слоев. Поверх наносится косметический лак. Таким образом, получается, что масло чайного дерева, как липотропное вещество, активно проникает в поврежденный ноготь и блокирует размножение там грибка.
А внутрь мы пьем наши противогрибковые продукты. Таким образом, люди, которые умеют, скажем так, терпеть, да, то есть и делать вещи некоторые длительные периоды времени, избавляются от грибка ногтей. Это процесс непростой, еще раз повторяю, ну, в общем-то, кто хочет, скажем так, процесс упростить, конечно, можно снять эту ногтевую пластинку хирургическим путем, все это можно, ну, скажем так, вероятность отрастания потом ровного ногтя, она уменьшается. Значит, ну, и так как бы невысока, но уменьшается. В принципе, у меня на сегодня, наверное, все. Если есть вопросы... Угу. Против рубцевания кожи это протеаза плюс. Yeah. Угу. Протеаза плюс. Длительный прием, то есть по 2 капсулы 3 раза в день между едой, снижает вообще вероятность развития рубцовых изменений кожи. А записи эти вебинары всегда есть на сайте компании natar.ru. Еще вопросы? natar.ru. natar.ru. Это сайт компании. Сейчас. Ну, я вижу, вопросов больше нет. Все, спасибо за внимание. Встретимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.